<laughs> Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение, гражданин Российской Федерации, тиграны Дмончики Асаян. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Мир изменился, все изменилось, а поезд уходит. Вы еще можете заскочить последний вагон. Но вот так провилять у вас не получится. По крайней мере, я в это верю, потому что все, игры в дружбу кончились. Сейчас это вопрос выживания. Идет война. Война двух огромных, больших идей, двух больших стран, и второй страной является не Украина, а Америка и НАТО. А вот всем остальным, особенно братским странам, республикам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть, кто с нами, а кто нет. И не определившихся, как мне кажется, подающих такие вот не, однозначно недружественные, это раз, или неоднозначные сигналы. Ну что же делать? Относить к нашим врагам. По крайней мере, в экономических и информационных доктринах. Хватит, хватит, ребят. Наигрались безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно? Не правда, серьезно? И на